подарок от бизнесменов. В рамках республиканского проекта «Безграничные возможности» компания «Билайн» подключила к бесплатному интернету областную специальную школу-интернат для детей с нарушениями слуха. В учебном заведении получают знания 143 юных североказахстанца. Теперь у воспитанников интерната появилось больше возможностей познавать мир посредством современных технологий. Более подробно о реализации проекта журналистам рассказали на пресс-конференции, на которой побывала и наша корреспондент Кристина Горбаченко. Наш регион стал третьим, где представители сотовой связи «Билайн» реализуют свой проект. Скоростной интернет они уже установили ассоциации родителей детей-инвалидов «Орди» в Алматы и в специализированной казахской школе-интернате для одаренных детей имени Алтынсарина в городе Павлодаре. На встрече с представителями масс-медиа специалисты компании рассказывали о целях своего проекта и сроках его реализации. До конца 2015 года интернет от «Билайн» появится в 20 социальных объектах страны. Интернет, надо помнить, что это безграничные возможности, это доступ к образованию, это возможность социализации, это обучение, то есть особенно для тех, кто целеустремлен, а как раз таки вот этот проект мы предоставим для таких детей, которые вот особенные во многих планах. А для них, я думаю, что это очень важно, и мы считаем, что сейчас, вот в нынешнее время, у бизнеса основная цель не только делать прибыль, доходы, там думать о маржинальности, продажах и так далее, но в том числе и участвовать. Есть социальная миссия в проекте, то есть нужно думать о развитии общества. О школе для детей с нарушениями слуха на встрече рассказал ее директор Жангильды Тажин. Сегодня в специализированном учебном заведении обучается 143 ребенка. Интернет здесь был и раньше, но платный и с небольшой скоростью. Теперь у воспитанников интерната будет больше возможностей для обучения и социальной адаптации, а для педагогов – для сотрудничества с коллегами из других стран. Мы не делали заявку. Это вот надо говорить о социальной ответственности бизнеса, о котором говорил наш президент. И вот они сегодня выбрали нас, это очень даже. Наши дети, это инвалиды по слуху, они ограничены в возможностях, вы знаете, в общении, получении информации. Здорово, что есть у нас такие компании, которые социально ответственно сегодня вместе с нами делят вот эту большую задачу вовлечения, реабилитацию людей, интеграцию инвалидов в общество. Это очень здорово. Спасибо. Канун 70-летия мы получили хороший подарок. Кроме бесплатного интернета, школа-интернат получила возможность автоматически включиться в волонтерскую программу компании «Отзывчивые сердца». Это значит, что сотрудники «Билайн» будут проводить для учащихся тренинги по компьютерной грамотности и помогут научиться работать с образовательными сайтами. Здесь же представители «Билайн» рассказали о деятельности своей компании. Ее услугами сегодня пользуются более 9 миллионов абонентов по всему Казахстану. Кристина Горбаченко, Тимур Рахматуллин, новости МТРК.